В Малиновском райсуде Одессы отложили слушание дела по убийству известного тайбоксера Сергея Лащенко. Дело в том, что адвокат подсудимого подал ходатайство с просьбой отложить заседание из-за своей болезни. Кроме этого, летом у судей, которые входят в коллегию, начинается сезон отпусков. Поэтому в среду основным вопросом стало продление Гасанову меры пресечения. Прокурор напомнила, что к нему применяли процедуру экстрадиции, и он может скрыться от суда. Также у Гасанова на территории Украины нет постоянного место жительства, а еще он может повлиять на показания свидетелей. Коллегия судей посчитала, что оснований для изменения меры пресечения нет и продлила срок содержания под стражей. Він обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення. До нього була застосована процедура екстрадиції. Я висказалася щодо того, що доцільно продовжити строк тримання під вартою ще на 60 діб. Мою думку підтримала потерпіла в вказаному провадженні. Адвокат просив не задовольняти вказане клопотання за результатами цього розгляду. Судом задоволене клопотання і Гасанову продовжено строк тримання під вартою ще на 60 діб, тобто до 17.09.2018 року. В апреле 2015 года чемпиона Европы по тайбоксу Сергея Лащенко застрелили в еврейской больнице. Подозреваемого Бабека Гасанова задержали на территории Российской Федерации и экстрадировали в Украину.